Различные виды плесени относятся к грибам. Плесень, как и другие грибы, имеет грибницу, которую называют мицелием. Грибница состоит из ветвящихся нитей, гифов. Рассмотрим гифы белой плесени мукор под микроскопом. Гифы представляют собой одну сильно разветвленную клетку. На концах некоторых гифов образуются темные головки. В каждой головке огромное количество спор. При созревании головка лопается, и мельчайшие легкие споры рассеиваются в воздухе. Плесневые грибы не имеют хлорофилла, они питаются готовыми органическими веществами. Споры белой плесени, попав на влажные питательные вещества, через несколько дней прорастают, образуя новую грибницу, на которой опять появляются новые головки со спорами. Плесневые грибы развиваются на самых разнообразных пищевых продуктах, особенно если продукты лежат несколько дней во влажном, теплом и непроветриваемом месте. Многие плесневые грибы приносят хозяйству большой вред. Они, например, поражают овощи и фрукты на складах. Пораженные плесенью продукты необходимо удалить, так как они, оставаясь рядом со свежими, заражают их. Однако ученые обнаружили, что существуют виды плесени, приносящие людям огромную пользу. Одним из них является плесневой гриб пеницилл. Гифы пеницилла многоклеточные. В кистях на концах гифов образуются споры. Плесневой гриб пеницилл обладает замечательным свойством. Возьмем пеницилл и внесем его в разведенную культуру болезнетворных бактерий. Поместим эту чашку в специальный шкаф, в котором поддерживается определенная температура. Через некоторое время мы увидим, что вокруг пеницилла образуется круг. Он расширяется, и поле, занятое бактериями, делается все меньше и меньше. Это пеницилл выделяет вещества, которые убивают бактерий. Это замечательное свойство пеницилла теперь используют, приготовляя лечебный препарат пенициллин.